Дорогие друзья, товарищи, коллеги, мы встретили новый 2019 год. И я, как человек, подающий надежды на большое и светлое будущее нашей великой страны, хочу отметить, что сегодня в нашем прекрасном городе Санкт-Петербург, культурной столице Родины, происходили отнюдь некультурные вещи. И впредь, в будущем, мы предусмотрим все эти моменты, и проход к центральной площади будет нормальным. Репортаж, который будет по ТВ. Мы с моим коллегой, оператором и тоже непосредственно персонажем нашего канала отделились друг от друга в толпе, нас затолкали, я мог просто стоять, вообще расслабить ноги и висеть просто мимо людей. Здесь очень много ходит китайцев, они по-русски не понимают. Одному я разбил бутылку об голову. Но это не важно. В общем, я Новый год встретил за ограждением, а мой оператор по счастливой воле случайности все-таки попал туда. Вот, и у него было все окей. Сейчас очень-очень много людей, просто большое скопление. Все счастливы, все рады. Все любят наш подпольный анапский канал, закрывают там еще что-то. А, они знают то, что мы журналисты. Вот, смотрите. Добрый вечер, РЕН-ТВ. Скажите, как вы встретили Новый год? Отлично, вам все понравилось? Вы смогли попасть? Да, конечно, смог попасть. Да. Все, отлично. Всем привет, кто меня узнал, всем отлично. Всем привет, всем с Новым годом, с новым счастьем. Вот так, вот. Вот что значит государственный канал, понимаете? Всем привет, дорогие дамы и господа. Мы сейчас находимся на Дворцовой площади. И как вы уже слышали, мы отделились с Назаром. Там произошла жесткая давка. Я прошел чисто случайно. То есть там полицейские осматривают людей. И получается, я смог пробиться, потому что люди просто снесли двери, которые проверяют. Соответственно, просто чисто случайно я успел туда зайти и снять для вас контент, дамы и дорогие друзья. Мне уже дало в голову, поэтому я запинаюсь и вообще как-то волнительно здесь на самом деле. Я чуть не умер. Все, продолжаем наш день веселый, да, ночь. Итак, мы ведем прямой репортаж с центра города Санкт-Петербург. Вот, сейчас здесь проходит шествование, очень много алкоголя пьется, очень много разбивается бутылок. А, пойдем туда, оператор. Вот, люди празднуют, всем это очень сильно нравится. Это на самом деле сказочные, незабываемые моменты, первые минуты года свиньи. Конечно, что такое? Прямой эфир, пожалуйста. Прямой эфир. Быстрее, 10 секунд. Да. Хабиб чемпион! Бо! Идем дальше, пожалуйста, дальше идем. Прямой эфир у нас, прямой... Ой, я извиняюсь. Прямой эфир проходит. Чуть не убил ребенка. Добрый вечер. Пару комментариев. 10 секунд завтра по новостям покажут. Просто как вам, как у вас ощущения? Я встретил Новый год в метро. Отлично. Вот, да, вообще клево. Просто новогодние впечатления от проведенного Нового года здесь, в Санкт-Петербурге. Ну, классно. Я тут впервые. Ну, пару месяцев всего лишь. Ну, классно. Мне очень нравится город. Я здесь учусь. Отлично. Все, у нас время истекло. Завтра в 10 утра по РЕН-ТВ будут показывать. Возможно, вы попадете. С Новым годом всех, да. Долго! С Новым годом!
рядом. Волга. Да, 10 секунд. Завтра в новостях покажут. Да похуй вообще. Пару комментариев. 10 секунд, когда нам нужно бежать дальше. Я приехал из Ростова на Новый год в Санкт-Петербурге. Самый офигенный. Отлично. Ярославль любит Питер. Отлично. Завтра в 10 утра по РЕН-ТВ будут новости. Не забудьте посмотреть. Все, счастливо, друг. Какая сказочная атмосфера в этом чудесном городе. Вот так вот люди встречают Новый год. Они радуются, они счастливы. Добрый вечер. Просто 10 секунд вашего времени. Расскажите, как вам Новый год в Санкт-Петербурге? Завтра в 10 утра по новостям, возможно, вас покажут. Ну, очень много людей. Невозможно было пройти к лодочной площади, хотя мы хотели подойти. Вот это несогласованность. Нужно будет обратить внимание, чтобы в будущем это исключили. Ну и как бы иллюминация меньше, чем в Москве. Много. Я думала, тут будет интереснее в этом плане. Как бы сам город красивый, то есть сам по себе, поэтому здесь круче, конечно. Отлично. Спасибо большое. Нам нужно бежать дальше. 10 секунд времени, не больше, пожалуйста. Давайте. Пару комментариев. Как вам встреча Нового года в Санкт-Петербурге? Скучновато. Что вам понравилось больше всего? Что не понравилось? Понравилось больше всего фейерверк во время Нового года. Не понравился тамада и программа. Я ходил пасать во двор, потому что здесь не продумали туалет. Всем спасибо, это был канал Назар вещает в городе Санкт-Петербург. Мы постарались снять для вас очень интересный влог, но проблема в том, что фотоаппарата нашего хватило очень ненадолго, поэтому репортаж получился не слегка коротким. Мы бы еще поснимали, здесь очень много интересных персонажей, что очень весело. И вот поскольку у меня сейчас есть время, попытаемся кого-то поймать, но на этом видео может прерваться просто в любую секунду. Happy New Year, Happy New Year.